Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Это продолжение партии за Японию в Sid Meier's Civilization 6 со случайными технологиями и режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что было в начале, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, всегда лучше начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку и приятного продолжения просмотра. Помириться не хочешь? Мне реально вот эти 143 науки, это тупо за счет Женевы. Если бы голландец ее перекупил, у него было бы больше науки, чем у меня, например. Я не понимаю, как, почему Женева моя. До сих пор не пойму. Где предложение? Ну давай, но. Если ты мне дашь вот город, который я захватил, и ниже, который находится. Так, дайте, наверное... Нет, пока не хочу веры, хочу сразу начать промышленную зону. Не нужны. Они же нехорошие для меня. Ну так чем? Иерусалим не союзит никто. Странно. О, тут и проплыть прикол. Пожалуй, откажусь. Ладно, ждем открытия каравел тогда. Считает кто-нибудь? О, а вот Иерусалим перекупил. Кто? Ну, должен норвежец быть. Раз. Нету. Шумер. Два. Три. Все это очень странно как-то. Честно говоря. Так, гильдии я-то, конечно, два рынка построю. А, ну мне надо теократию открывать, да, ладно. Не будем ждать двух рынков. Ну, потому что я в Йокогаме не скоро коммерческий район сделаю. Стоп, а мне надо эту поставить. Мне вот это надо поставить, учетные банки. О, теперь у меня тут все побыстрее начнется. Плюс два производства, видите? Так, у меня еще караван. Киото, Нагано, Кока. Давайте. Ну, блин, из Нагои так уже бегает, да? Давайте из Токио. Просто смотри, если ты у меня нижний город забираешь, мне как бы вообще вселиться потом дальше некуда. Плюс он у тебя отвалится. Не, ну я просто думаю, что если у меня будет Ниагасола и Кумбисали, то у него будет отвалиться. По религиям 9 городов. И буддизм 9. Они около столицы, которые 10 жителей. Они на другом континенте круче. А, они маленькие города. А, еще даосизм шумерский. А что это он? Куда он? Виктора, ты вома не посадишь. Так, ну моя религия во всех моих городах работает. В Маастрихте... Пустыни ты их не раскормишь. В Маастрихте, ладно. Логично же. Да, ну это вот. Обратите внимание на ошибку Шумера взять монументальный. Если согласишься, я тебе отдам, который верхний город. Вольнодумство. Как бы. Ну, давайте. Хотя он 70 у норвежца, а у норвежца что так. Будем развиваться все спокойно. А, и норвежец не взял вольнодумство. Устроит? Да, давай. Ну. Так, ну там три хода, давай мне три хода. Мне кажется, это зря. Я не знаю, вот на что. Окей. То есть. В чем все идея так. Монументальности? Что ты можешь... Ну, хорошо, рабочих, конечно, тоже классно покупать за веру, но, извините, ты сейчас отстанешь так по науке, что тебе эти рабочие не помогут догнать в следующей эпохе. А буддизм — это Мали, да? Да. То есть крестовый поход... Ну, я взял его обороны. Для обороны? Ну, мне надо было как-то обороняться от грека. Ну, ты же понимаешь, что он в твоих городах не работает, да? Я знаю, но он же захватил у меня города. Если мне их надо было бы отбивать, я бы их отбил. А, в таком плане. Я говорю, я нападать небольшой фанат, не умею особо. Ну так. Так что все для обороны.
Так, собираем кукурузу. Ставим промышленную зону на плюс 7. Просто вау. Это Япония, ребята. Это просто Япония. Вырублю здесь. Жду пока с этим. Ну, вообще в Якогаме уже неплохо должно быть науки. И, в принципе, эта фабрика на плюс 15 тоже добавит нехило. Так. Так, тут все еще рабочего, потому что тут два хода придется убирать. Сначала улучшение, потом овец. Поэтому еще одного строителя пока эти два хода. Донецкие лодки приплыли. Все, тебя пилят, да? У меня нет городов на воде. А куда они приплыли тогда? Просто приплыли к берегам. Не знаю. Да, что-то не проплыть. Слушайте, зачем я в картографию выхожу? Чтобы можно было плавать по клеткам океана, да. Именно для этого, в общем-то. Универ три хода. Маяк тут куплен. Во, о чем? А, есть куплен маяк, стояночка. Так, ну тут храм Махабодхи точно нет. Надо еще подумать, может я тут ничего и не буду. Хотя тут театралочка встанет, я думаю. Жалко, тут акведук будет ломаться при извержениях постоянно. Не, ну тут, конечно, вот это... Геликарнас и Лян в столице. Кайф, просто кайф. Еще и религия на еду. Слушайте, а она только храмы и святилища, да? Да, жалко, что еще вот эти третьи домики не дают тоже пищу и жилье. Вообще было бы... Ну, было бы слишком круто, скажем так. Это было бы слишком круто. Надо следить за великими людьми. Ну, это, конечно, было прикольно в Айутхай, но только если бы он сам пришел. Хотя, инженера неплохо было бы на Махабодхе использовать. Я не ремонтирую, потому что я тут инженер, этот, промышленную зону, напоминаю. Ставлю. Так, пожалуй, пока лесопилку сделаю. Так, тут я следующий акведук. Тут хорошие кампусы, конечно, у норвежца. Он, видимо, поэтому решил на монументальную. Ну, как бы отставание все равно, смотрите, у нас... Ух ты, 146 у меня уже, ни хрена себе. И это чисто... Мне больше интересно, что собирается делать Индонезия. Чисто из-за Женевы. Я просто не понимаю, почему... А, у тебя они грабят. Никто не... Сволочь. Никто не союзит Женеву из моих соседей. Просто я реально не все понимаю. Все приходят, грабят, чем? Моли, блин. За ну, 1-2-2. 15%. Никому не надо 15%? Я, наверное, Рейну следующую беру. Знаете, я, наверное, уже поплыву. Давайте я спущусь, апну в арбалетчика и поплыву. Потому что уже через два хода мы откроем путешествие по океану, и как раз я вот тут доплыву и туда пофигачу. И соберем тут все руинки. Блин, я бы еще даже... Я бы даже, наверное, посела сделал, туда отправил. Ну, блин. Грек, ты как насчет союза потом?
Я вообще удивлен, что ты со мной союз собираешься заключать. Не, ну экономически. Давай. А что у нас из ресурсов тут только... Мне больше торговать не с кем. Соседей только слоны, нет. Что ли? Сколько стоит посел? 520. Слушайте, а почему нет? Тем более мы на очки играем все-таки. Еще. Вырастет нога на до 8, можно посела прикупить. А этого я, кстати, рабочего в Нагана отправлю вырубать. Промышленная плюс 2. Кстати, а кампус здесь тогда встанет. То тут кампус будет плюс 3 получается. Короче, сюда промышленную, сюда кампус. Тут расти надо, именно для этого нужен святилище и храм. Так, а что у нас здесь со святилищем и храмом? Пока непонятно, ладно. Собрали, поставили промышленную зону Рейну в Токио. Лесопилочка. Поехал арбалет. Ну, короче, я хочу тут купить посела и туда отправить, не знаю. Почему-то имею такое желание. Мне кажется, не стоит себя сдерживать. Так, тут один ход ждем и сможем проплыть. Греция там тикнул. А, ну, собственно, тут тоже один ход ждем и сможем проплыть. Банковское дело ускорили, массовое производство ускорили. Через два хода. Да, наверное, вот так сделаем. Тут еще арбалетчиков надо. Еще одного арбалетчика. Написано первый, кстати, промышленный город. Греться, давай, дружба. Шумер везде стены построил. Так, ну я должен в золотой век выйти. Где там мой уникальный юнит? Я его уже открыл, да, это плюс 4. У меня будет инженерка с высоким, это еще плюс, да? Может колосс построить? Блин, тут жалко такие клетки. В Токио, вот в Токио колосс вот здесь. Ну, после... промышленной зоны. Плюс еще храм Махабодхи я строю. Я бы, знаете что, я бы этого инженера купил за там веру. Я решил гранату снести. Ради храма Махабодхи. Укрепил только этот малин, у него явно просто вера немерена. Я уверен, что кто-то тоже захочет храм Махабодхи строить. Ну, религии тут не победить на десятерых, на континентах, тем более, что есть очень религиозные мали.
хотя бы те же. Ее там вроде пытаются снести. Написано, Норвегия где-то еще город поставила. Но, видимо, все-таки он за религию поселенцев покупает. Лошадей, мне кажется, нету смысла обрабатывать. Что тут по районам? Ну, наверное, надо спускаться и еще клетки. Покупать клетки для Киота. 16 человек, это зашибись. Так, этого я в город отправлял. В Нагано. Тут поплыли по океану. О! Я смотрю, Индонезия скучная. Маскат. Городов ни у кого нету на воде. Не говори. Воюсь с Норвегом. Блин, так тут Индонезия. А, нет, не близко. Мне показалось, что близко. Я думал, знаете, это уже наш континент. Нет, это далеко. Есть универ. Мы ускорили. Точнее, астрономию прям открыли. Нет, надо докопаться до Мали. Как, вот, как всегда, докапываюсь до черных. Так. Лицо следующим ходом реформацию примем. Я хочу арбалета апнуть. Ускорили литье. Универ завершен. Ну, я бы театрал. Алексей, все вот хотел спросить, все время забывал. Ты играл в такую старую игрушку, как Ubisoft, Рус называется, в реальном времени? Или ты не фанат реально? Не фанат особо, не помню такую, честно говоря. Промышленная. Так, там ну, по Второй мировой. Выглядит там как очень сюда, акведук, сюда сделали, промышленная. Там вот карта поделена на сектора. Давайте еще строителя и пока. И у каждого из игроков есть по несколько, там, по 10 уловок. Типа радиомолчание, юнита в секторе не видно. Там, камуфляж здания не видно. Там, какие-нибудь манекены зданий или еще что-то. В общем, такой вариативная прикольная игрушка была. Что-то типа по типу Редайлера. Где торговая республика, не подскажете? В социальных политиках. Да. А, точно, ну ладно. Так, где спасибо? Нет, это другая немножечко игрушка. Это точно там, да? Ну ладно, я подскажу, потому что тут тебе без шансов ее пропустить, она просто последняя в возрождении. Тебе придется все открыть. Жопа. Очень приятно. Тогда вопрос эту реформ. Короче, вот это религиозное правительство, его кто-нибудь видел? Да, какое? Оно перед там торговой республикой. Информация. А, хотя тут очевидно, что где-то... Второе снизу. А второе снизу, блядь, снизу. Сверху лучше зашло, ну ладно. Так, гавани, кампуса, священные места пока оставляем, да. Тут... Блин, таймер такой долгий. Плюс к боевой мощи религиозной против иноверцев с гарнизоном. Знаете, может, содержание юнитов, хотя все минус 9. И, ну, улучшение. Мне там пока нечего улучшать. Мечника. Хотя ладно, давайте поставлю я еще одного
лучника в арбалет апну и мечника тогда апну. Использовались железо. Теперь просвещение. Хотя нет, давай сначала меркантилизм. Я пока не буду просвещение ставить. Тут пойдем верфи откроем, замки. Да, куча места у шумера. Не знаю, почему он их не заселяет. Надо селитру обработать. Так. Давайте я, пожалуй, вот эти сверху буду клетки. Будем покупать и их обрабатывать. Кстати, эта территория, судя по всему, Индонезии должна была быть. Не знаю, почему он ее не открыл и не исследовал вообще никак. И у турка тут... Блин, турк, у тебя тут столько места, а ты что-то не заселяешь нифига. Что же нифига не заселяю? У меня три города строят посел с самого начала. Ну, после войны, короче, с этим. Постоянно просто тут. У меня уже много городов, но я не могу никак закончить расселение. Причем у меня еще домик стоит в ППшке на это. Тут они еще идут долго. Ну, я забираю этого инженера. Как раз ты еще и появился, где мне надо. Ну, хотя лучше бы в этой. А он, наверное, появляется, где есть промышленная зона. Подождите, у меня только там она и есть. Да, точно. Так, ну я думаю, что я в золотой выхожу по той простой причине. Да, тут еще ходов. Люблю немного. Вообще в такую стратегию играть. Турция, предложение. Видимо, тут я храм куплю. Иначе... Ну, если еще... Блин, так мне надо еще эту клетку... Так, а когда он эту клетку заберет? 11. А можешь у меня что-нибудь еще купить? Это долго. Так, а что у нас по ресурсам? Мне больше не надо ничего. 2 трюфеля, 4 хлопка. Блин, а мне вообще есть что предлагать? Начнем с этого. У меня нечего предлагать. Поэтому торговлю 3-4 закончили. Давайте глянем, сколько будет храм. 5 ходов. А купить 240. Ну, клетка покупается. Покупаем храм. Выкупаем клетку. Становимся сюда. Вырубаем. Что я сделал? Бля, дурак! Ёп. Перный дебил я. Зачем я опять лес вырубил? Ну хорошо, еще здесь я смогу поставить. Ё-моё, почему я постоянно под храм Махабодхи вырубаю лес? А, слушайте, давайте тогда здесь поставим, тогда тут театралка. Видите, потеряем плюс 2 от... потеряем плюс 2 от аквапарка, но хоть просто сюда... Так, хорошо, что у нас... промышленной зоной. Я промышленную зону заношу сюда. Меня радует, господи, как я тупанул. На континенте три религии, но я почему-то еще не обращен. Интересно, да, ты не нужен никому, видишь? Все там внутри золота будет капать. Просто не твоя религия. Ну, у меня к тебе караваны бегают. Может быть, и принесут религию свою. Может. Боже, какой я дебил, конечно. Лёша абсолютно дебилен. Алексей пошел на другой дебилен. Остров расселяться, как настоящий столичный японец. Да. Ну, а еще он с Голландией дружит, как столичный японец. Ну,
положено. Нет, там исторично должны американцы такие приплыть и сказать, вы будете с нами торговать, и вам это понравится. Ко мне идешь оселяться? Ты кого спрашиваешь? Чего? Кого ты спрашиваешь? Тебя, Алексей. А ты что, территорию не развел? Как могу к тебе расселяться, если там еще по пути шумер? Скорее, шумер может к тебе расселиться. А, ну да, я, значит, немножко не с этой планеты. Нет, давайте универ. У нас там скоро... Ну, во-первых, я смогу тогда... Еще в Ашан отправить, да, потом еще отсюда будет наука и плюс Женеву все-таки забрать. Вот это минус существенный, но хоть плюс никто не получил пока к себе. Так, здесь чисто производство, тоже чисто производство. Че, Греция отваливается? Да. Где у нас... Хотя поначалу была полная лояльность. Они где у нас послов? Ну, у меня 13 жителей в столице. 12. Угу. Не хватает денег на покупку этой клетки. Ладно. Тут подождем. У тебя же там есть куда еще города ставить? Че ты? Он, кстати, шумер, видимо, вот этот остров имеет в виду. Я вряд ли, я думаю, что он видит моего поселенца, который сюда. Хотя я не могу пока понять, куда я хочу тут город поставить. А напомните, конечно... пожалуйста, вырубка джунглей и леса тратит заряд? Да. Конечно. Только он что-то не как-то быстро расходуется. Не тратит заряд, только ремонт. Все остальное тратит. Ну, выглядит, что вот сюда вроде неплохо. То есть я, по идее, дотянусь. То есть не хочется мне тут несколько городов ставить? Мне кажется, одного достаточно будет. Тебе все время тут бегают, и у тебя их много. Есть рыбы. Тем более тут у меня высадится, скорее всего, арбалет как раз на эту руинку. Давайте сюда. Тут у нас получается сюда гавань, сюда священочка. Норвежец там тоже города расставляет. Блин, я бы военный, кстати, военный тоже райончик неплохо. Было бы так, научную теорию, пока как раз просвещение через два хода. Тут мы что открыли? Плюс один к перемещению. Ганезия отстает градами. Я, по-моему, все... Ну, кроме галер, я все апнул, конечно. Боже, как я зашибительно... Вырубил лес, я просто до сих пор от себя... От своих действий в офигее. Так, сколько у него зарядов? 3. Ладно, пошли уже наконец специями займемся. Акведука начну, потом промышленную зону. О, кстати, хорошие ученые. Бонусы довольства, не связанные с пищей, увеличивают. Что значит бонусы довольства, не связанные с... А, в смысле, вот это вот, то есть...
Вот эти, например, у меня бонус. Ну, тут нет у меня бонусов, потому что нет удовольствия. Но когда бонусы для культуры, производства, науки, веры и денег, но не пища. Что на 40% это прям. Так эти для Шотландии офигительные, мне кажется, великий человек. Так, Киото просто у меня улетает куда-то Киото. Верфь, конечно, сначала. Потому что верфь нам будет давать 8 производства. Нет, да, 8 производства, а мастерская 3. То же самое и здесь. Верфь будет давать 10 производства. Кстати, давайте сначала амбар. А, стоп, у меня сейчас приедет это. Рейна, не надо, у меня появится жилье. Ну, я вам хочу сказать, ну, это Япония. Это просто Япония, и за счет этого тут, конечно, офигительно. Ну, и, кстати, второй голландец просто потому, что у него тоже реки, но у него не настолько круто, как может быть. Хотя вот здесь, например, вот кампус на плюс 6, например, обратите внимание. Потому что река плюс 2 дает и 3 горы. 3 горы, еще 2 этих, плюс 6. Тут плюс 4. То есть, как бы у голландца тоже, Голландия тоже, то есть, но у Голландии это соседство от рек зависит, есть реки, зашибись, а у Японии только, ну, от собственного мастерства расстановки районов, потому что это чисто соседство. Поэтому, но меня беспокоит, во-первых, осман в будущем, у которого будет практически в два раза больше культуры за счет того, что он сер там ртути наделает. И беспокоит норвежец. Давайте глянем, сколько у него пряностей вообще. Из того, что я вижу. Так, 6. А где 6? Вот я 5 вижу. 1, 2, 3, 4, 5. А где 6? Вот. Блин, я бы очень хотел, чтобы оно досталось, конечно. Слушай, если одинаково будет пряности, наверное, кто первый построит, надо, короче, тут надо еще сверху исследовать, посмотреть, может, там у него еще пряности есть. Так, тут Рейна у нас. Грек, он же все равно отвалится, давай я заберу. Нет! Да ты прикалываешься, босс, господи, что-то у меня с этим храмом Махабодхи вообще не зашло. Вообще что-то какая-то... ну давайте тогда колосс хотя бы. Что-то еще из того, знаешь, что у нас... Задумался, Мишель. Нет, дворец Потала, ничего так. Да, логично. Чеченица... Нет, у меня тропических лесов мало. Вообще столько давайте золота. Колосс. Кайф. Давайте колосс вот здесь. Давай, у тебя там этот... Шотландия есть. Да, ну, верфь тут надо достроить. Свои. Блин, жалко, храм Махабодхи. Я тебя шотландец такой, не понял, что происходит. Блин. Не, ну, конечно, надо было раньше. Я бы сейчас не успел, на самом деле, даже если бы я не сложал вместе постановки, но получается... Что-то получается вообще. Ну, мне что-то надо в Нагано суперпроизводственное бахнуть. А эти, может, верфь как раз? Не, я верфь бы тут купил. Военный лагерь. Ну, жилья тут дофига, город растет. Получается, все равно театралку сюда теперь. Ай, блин. Ну, Фарусский маяк тоже фигня, честно говоря.
Давайте... Нет, самурая мне не надо, мне кажется, я и так в золотой век выйду. Хотя... Блин, я не пойму, что мне в этом городе строить. А, ну давайте верфь. Не буду покупать. Тут я верфь дострою опять несколько. Слушайте, а где у нас... Где у нас... В феодализме же было, да? Новые строители 2.10. Сейчас я открою просвещение, поставлю карточку на феодализм и в Киото... А куда мне ее поставить? Вместо чего? Вместо священного места, наверное. Юниты я все апнул. Ну да. Хотя разведчика... Разведчика могу. Хотя он будет долго бежит. Ладно, уберу на юниты. Место соседства священных мест поставлю на... Подожди, я что хотел поставить? Что-то я... Блин. На, плюс два действия. Ну, пока не рационализм, пока на плюс два действия надо в Киото поделать рабочих. Хотя, слушайте, у меня еще два хода будет верфь строиться, а я тут... А мне тут два хода нечего открывать. Значит, все-таки не рационализм. Я, кстати, думаю, что когда закончится золотой век, у голландца будет больше науки, чем у меня. Плантация плюс одна пища. Так, значит, рационализм не ставим. Да, сейчас опять отвалится. А, вот это меняем. Кстати, на ветеранство я забываю ставить, что это на гавани тоже работает. Посмотри, ребята, опять, кто не в курсе, вот это плюс 30% не только для военных лагерей, но и для гавани, между прочим. Да, мир, дружба, жвачка. Ой, блин, и плюс 2. Плюс 2 действия на строителя вместо священных. Сколько это будет минус у меня? 11, нормально. Минус 11 веры, это не страшно. Так, тут я хочу... Колосс построить. Давайте, может, даже вот прям сейчас уже начнем. Как у тебя, дед, хорошо три нефрита стоят. Прям красота. Ну, зачем ты гранату снесла? Ну, это, кстати, колосс — это выход в золотой век, в общем-то. Так что... Так... Из Токио в Неймиген бегает. Мне из Нагои, пожалуй, стоит. Плюс 5. Промышленная зона. Ман, там вроде 4 хода прошло. Ну ща, подожди, 3 хода. Я забыл, честно. Оружейную не скоро, бомбарду. Я у тебя потом попрошу, когда надо будет. Давайте баллистику. Пока синий. Вообще, индустриализация у нас как? Порох, банковское дело. Ладно, давайте так пойдем. Давайте с гавани. А, библиотеку мы тут купим.
В общем-то, можно просто даже... Не, знаете, я не люблю в социальных... в цивиках ставить прямо куда-то, потому что я забываю менять карточки тогда. О, у меня нехватка довольства. Так. Мне надо с кем-то поторговать. Ой, Индонезия, тупо бунт. Две оливки есть. Теперь с Индонезией. Да, что я в понедельник с этой херней столкнулся. Индонезия, предложение. А какую там ГГшку захватили? А, кстати, я ж могу... Не захватили, там Индонезия эту гранату снесла. Просто снесла, даже не себе? Не себе, не людям, вот это? Я себе захватила, она бы отпала. Как бы, а плюс там сидят просто послы деда молчаливого. Все время он ГГшку у меня отбирает, задолбал уже. Кто съел деда? Чего она такого прям дает, только строит? Я ничего тебе не отбираю, ты чего? Че делаем? Там большие деды будут решать. Что предлагаю можно, плюс 100% в промышленной зоне, мне кажется. Я за гавани. За гавани? Да, нет, потому а что... Там... Ну, гавань. Зачем лидеры? Они и так лидеры там, понимаете? Сейчас они еще промзоны застроят. Кто лидеры? Ну, японец, голландец, типа. Лучше помогать себе. Мне и гавань поможет. Мне и гавань. Блин, у меня все морские вообще-то города на самом деле. Но я за давай гавань, короче. Давай гавань, не против. Ладно. Что там с религией? Там религии все как-то так раз... Ну, я например, вообще у меня нету ни миссионеров, никого, например. Кто там видит, каких миссионеров, можем проголосовать. Больше всех религий у нас буддизм 10. Ой, короче, я за буддизм. Я у грека спросил разрешение. 10 этому Норвегу чисто. Я просто подать уже успеть. Хотя бы за гавань очки не успел я. Я одно дипломатическое очко только получу по ходу. Таймер быстрый стоит. Ходят слухи, что Индонезия захватила потерянный город. Плюс 100% в театралке. Так кто туда? Кто туда влил? Меня не видно, кто это. Кто-то с вашего континента. Греция, наверное. Ну да. А плюс 100 православие, это кто? Тоже у норвежцы добавились дипломатические очки. Если там вы все ни в чем друг другу не отказываете просто. Так, на производство. В Неймиген. Так, хорошо, теперь какое чудо. Ну, не знаю, можно... Давайте посмотрим, какие у нас чудеса вообще. Рурка, хорошо, где Рурку? А Рурку у нас нигде не получится. Блин, да, про Рурку забываем. Колизей, слушайте, Колизей. Я бы Колизей попробовал где-нибудь сделать. Ух, тут еще и Кумаси, блин. Ну, Кумаси, правда, требует посылать в ГГшке, и за это дает культуру. А извините, Аютхая... Аютхая просто незаметно дает культуру, понимаете? Вот люди смотришь, у меня 60 культуры, и думают, ну, наравне, да? А я с каждого здания получаю 10%, с каждого здания. То есть на самом деле, ну, собственно, можно открыть и увидеть, что я сейчас в торговую республику выйду раньше всех. Слава богу, хоть с постройки, а не с этого.
Блин, может тут чеченицу все-таки построить? Слушайте, а давайте, наверное, чеченицу, блин. Тут, конечно, не так много. Но я тогда здесь бахну театралку. Блин, торговые пути я могу... А, я уже купил, да? Оружейную я не построю. Я иду в банковское дело. Книгопечатание. Так, Сулейман, мне через 4 хода денежка нужна будет. Окей. А, слушай, а почему у Индонезии все по нулям? Это что случилось? Анархия? Это бунт. Анархия случилась. Да, анархия, да. И куда это ты так перешел обратно? Надо было перейти, блядь, но я забыл про анархию. Сука, Индонезия и религии, кстати, вход. Я также забыл в понедельник. Так. 45 у норвежца. Ты, по-моему, тогда забыл прям жестко, когда... 50 у норвежца. 104 у меня. А, 0. Ну, 0 у нее, потому что анархия... Вот сейчас надо посмотреть, сколько. 18. Так у меня больше всех религии, кстати, капает. Я не забыл про анархию, я не знал про анархию. Ну что, делать стрелка-разведчика или так побегаю? А чем он лучше, вот, кроме силы, в общем-то? 3 очка перемещения, 10 силы. Тоже 3 очка перемещения. Да нафиг. Бегал в Токио. Отправим в Неймеген. А вот и Мали, здорово. Привет. Ни хрена у тебя науки. А ты с нашего континента только меня, что ли, встретил? Ну, Норвегию только что еще встретил. Ну... Ну, как бы тут второе место достаточно далеко. Ну, ты с науки-то позиция. Научная победа отключена, так что... Да как бы, какая разница, захватывайте все остальные, чем больше науки, тем проще. Типа да, ты летаешь и все по технологии. Да, вот в ту же самую религию упираешься, просто быстрее получаешь там теологию какую-нибудь и так далее, и все. Не, пускай рост идет. А, вот Колизей построили. Ну, чеченицу. Потому что для Колизея надо еще развлекательные эти, а я даже что-то нигде и не сделал их. Что там за звон бутылочек? Так. Вернемся к нашей идее, что тут будет театралка. Тогда давайте подумаем. Вообще, тут можно какой-нибудь дворец Потала тот же. На холмах. Только вот дворец Потала в этом городе точно надо с каким-то... Ну вот есть, кстати, инженер. Я, кстати, напомню, что у меня дополнительный заряд благодаря Геликарнасу. Так что, в принципе, мне вот этих инженеров стоит скупать на строительство чудес. Я реально дворец Потала здесь построю.
Так, строители. У меня же стоит карточка на строителей. Стоит. Шесть ходов как раз закончится. Зашибись. Так, гавань. Значит, покупаем маяк. Строим тут заповедник. И покупаем еще одного торговца, чтобы быстрее это было. Просто интересно, как эти клетки будут что давать. Ну, тут надо лес обработать. И тут обработать. Я больше никакие другие районы не буду, кроме гавани и заповедника. Я все пытаюсь найти какую-то хорошую... Ну, мне не нравится, что он дорого стоит. Мне, конечно, скажут, ну так прокачай Рейну на деньги... На покупку районов за деньги и Мокшу за покупку на веру, так это тоже хрен знает, когда произойдет. То есть это очень долго надо прокачивать. Так, слушайте, что у нас тут с театралкой? Плюс 3. Вот сюда ставим театральную площадь. Какие у нас тут еще районы можно? Ну, эти, я бы и, наверное, военный лагерь даже поставил. А, кампус еще можно. Знаете что? У нас тут 18 жителей, я понимаю, что вот теперь можно уже лян прокачивать. Я бы вот сюда военный лагерь, следующий прям в очереди, и кампус, вот так, я бы делал. Тогда здесь надо камень обработать. Норвегия, предложение. Так, наверное, своим ходом достроиться я поведу. Ну, потому что тут слишком имхотеп больше даст производство, чем требуется. Я что-то сомневаюсь, что там кто-то чеченицу строит хоть где-то. Так, один заряд, да? Давайте вырубим вот тут лес. Ну, как раз исследование ускорили, кайф. Но я не буду торговую республику брать, естественно. Пошли в урбанизацию. Фига себе, у меня тут руинка кайфовая досталась. Блин. Ладно, так, поедем пока. Из Фукуоки на производство в Неймиген. 10 ходов. Блин, я просто хотел рационализм, но на самом деле я хочу рационализм, когда мы средневековье закончим. А пока плюс 2 строителя. Так, ну урбанизация как раз 5 ходов. Зашибись. Верфь, амбар, часовню великого магистра. Что у него великого магистра, вот этого рабочего следующего надо будет сюда под театралку вырубать. Вообще, вот эта театралка в Сидзуоке поставится, а в Токио можно вот здесь театралку. А у нас, и у нас есть чудо, например, сиднейский, если великий маяк требует соседства гавани... То, например, какой-нибудь великий маяк, по-моему, требует соседства гавани. Где он? Где маяк? Маяк, маякни мне, где ты? Подождите, он, наверное, в... Нет, судостроение колосс. Вот маяк. Рядом с гаванью, да. Вообще странно. А нафига, как бы по логике, нафига великий маяк строить рядом с гаванью, содержащей маяк? Вот в пятерке было, например, что ты строишь маяк, и тебе маяк дают бесплатно. Я понимаю, что я не должен прям быть в лизерах, но третья игра, и как-то вот так отстаю, все равно неприятно. Вот.
На все остальных смотрю сейчас по статам. Но мы, у нас много науки, потому что мы взяли вольнодумство. У нас наука идет от центров коммерции и гавани. Вот сейчас закончится золотой век, ты увидишь. У меня, у голландца, а у тебя и норвежца, например, видишь, у вас примерно равно. Норвежец тоже не взял вольнодумство. У вас нету науки с этого. Если ты откроешь, найдешь мой любой город, наведешь мышку на гавань, например, ты увидишь, сколько они мне науки дают. У меня вообще только два кампуса, на самом деле. Я смотрю, я не совсем понял, я подумал, там, наверное, 15 МГУ построено или Стэнфордов. Нет, там очень одукованные матросы. Адукованы — это образованные по-белорусски. Самое главное, чтобы они не давали залп по президентскому дворцу и не захватывали вины. Так, так еще броненосцы не открыты, это надо сначала Аврору построить. Прячь винные запасы у императора японского. Давай тогда 500. Да, 500. Устраивают? А, слушайте, а производство я могу даже без постройки плантации сразу делать? Душат, душат, получается. Это здорово. Я, понимаешь, я тоже отстаю, я отстаю, понимаешь, тоже. Дед, продолжаем. Я тоже с вольнодумством. Дед. А что? Продолжаем союз. Да. Мали, у тебя есть какой-нибудь свободный союз хороший? Давай. Че, он карман хоть да, какие-то пускает? Какие-то. Только голландец. Ну, один караван от норвежца есть, конечно. А, только военный, блин. А, жаль. Подожди, у меня всего два союза сейчас заключено. Видимо, остальные не дотягиваются просто. Да не, видно, я остальные, ну, с остальными заключил, типа. А, ты? Да. Так. Мы давайте будем потом продлевать. Смотри. Что-нибудь можно поторговать? Кто? Нечем. Ты мне говори? С Индонезией. Нечего. Да, да, блин. Да, конечно. У турка. У турка точно что-то должно быть. А, так я вином. Вот. Лопок. Турок предложение. Шотландия, не умывай. Ты почему компьютер вот так хочет вести скаута? Просто, блин. Вот а еще, значит, еще одна вещь это в шестой. Ну давай, говори, говори. Еще одна вещь в шестой циве, которую им надо править, давным-давно они вообще ничего не делают, это поиск пути. Ходу там одолжи. Ровно через 2 верну. 120. Там я предложение кинул. Голландец, 120 вернешь. Ровно через... Сколько вернуть? 120. Хорошо. У нас только может через 300. Золотой век не хочет выйти. Вот, Бердет Бородет, у меня стоит скаут около твоего города Алисуна. Вот я хочу через клетку вот на равнину туда пройти. Так он мне предлагает спуститься на воду и потом туда этот выйти. Нормально вообще? Нет, конечно. Ну ты попробуй, может сможешь за один ход. Не, я уже походил просто. Не, за один ход я точно не смогу. Ну это как бы мой город. Мои-то юниты смогут. Да. Так твои точно смогут. У тебя же там даже, ну, способность у Норвегии такая. Да. Ну так я говорю, это мой город, поэтому по моим правилам. Странно. Игнорируется расход очков перемещения на погрузку на корабль или выпуск с него. Прямой путь считает, он как обходит. Блин, норвежец начитал на... Жаль.
Один бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки. Нет, не хочу этого флотоводца. Ребят, там флотоводца и торговца какой-то неизвестный игрок. А, мой друг торговца может забрать. И флотоводца тоже ты. Неплохо. О, мгновенно строит в этом районе банк. Банк. А рынки они только в древнем мире, да, дают очки? Не знаю. И античные. Рынки нет, только древние. Слушайте, я бы этого торговца взял, потому что мне надо в Йокогаме коммерческий район ставить. Здравствуйте. Ну, все равно дворец Патала начну. Хотя, блин, долго будет, 19 ходов. И, то есть я его ускорю там, насколько он ускоряет. Там что-то 117, что-то такое было. А дворец Патала... 500, ну, хотя... Четверть, в общем-то. Так, Фарусский маяк кто-то зачем-то построил. Этого... Хотя мы и тут... Этого можно тоже туда отправить. Но мы этих рабочих туда все отправим, будем вырубать на Патала, тем более, что тут надо районы ставить. Да, наверное, Патала буду стоить там. Банк, амбар. Давайте амбар надо вырасти, потом мастерская. Здесь Патала ставим. Но это дополнительное... Серьезно? А почему здесь? Подожди, около горы, что ли, надо? Ну, в принципе, почему нет? Блин, просто жалко, я там хотел, ну, чтобы соседство театралки было. То есть там еще какое-то чудо можно будет, видимо, потом организовать. Это уходит ногой, все верно. Покупаем маяк. Ставим промышленную зону. Не понял. Поехали. Купим верфь. 580. Так, надо купить караванчик. Откуда у нас вообще не бегает караван? С какого-нибудь моего одного города не... Вообще, мне нужен будет караван в этом городе, очевидно. Что, давайте подождем. Просто ход. Караван покупать. А вот и Греция. Так, ну, собственно, мне только... Я только не могу мои наркотики найти, и все. Где они на карте? У меня предложение. Мне кажется, ты уже все скурил. Я слева от Мали. Ну, где-то тут, наверное, мой драг должен быть. Нидерланды, Союз Собранитель. А, это Шотландия, значит, я как раз Грецию не нашел. Военный. Чего? А просто... Возвратно выступать. Ну как ты думаешь? Не, давай вот заключим, то есть можешь еще... Хорошо. Нидерланды, зачем тебе военный союз? Интересный вопрос. Это очень интересует. Ну, если что... Все такими мирными кажутся, да, когда военки не видно? Да, это дед, если что, я тебе помочь не могу, потому что я с голландцем довольно недавно заключил союз. Так что если он вдруг решит на тебя нападать в ближайшее время... Да, армия совсем неприятно. Потому что у нас там слишком хорошие, по-моему, караваны, чтобы там... Давай, Мали, для влияния союз заключим, ну, а то у меня вообще, типа, надо, минус идет. Надо, конечно, думать о том, чтобы... Из-за грузины. В плане...
Ну что, может, ну, тогда копить веру? Ну, давай. Ну, я не знаю, ну, наверное, все-таки стоит. Ладно, ты давайте. Ты вообще где находишься-то? Я за греком. Блин, тогда этот, видимо, торговца сейчас заберет. А нет, Индонезия не должна, не хватает ему. 153 у него будет. Странно, Индонезия больше коммерческих районов построила, чем гаваней. Удивительно. Следующий тоже хороший. Не, ну мне нужно в Якогаме центр коммерции. Шотландия. Дружба. Так, что у нас с дамбой здесь? Дамбу надо поставить, чтобы... Кто построил Мон-Сен-Мишель? Не ломалось? Так, давайте вот сюда дамбу, наверное. Ну и плюс это электричество в будущем, но... Мы центр коммерции раньше построим. Что, обломал, да? Да нет. В принципе. А, стоп. Это я не с ним? Это я с норвежцем как раз продлевал недавно союз. Ну да, караваны вообще, да. Как бы с голландцем. Я считаю, что норвежец должен сам в этом бороться. Я думаю, он... Где у него... ППшечка. А что-то не видно. А вот она. И он идет. Он, кстати... Но мне кажется, голландец, похоже, снесет. А, тут надо подумать еще. Тут придется подумать. Да, зашу. Понеслась, да? Ну, это не факт, что я его заберу, конечно. Но чисто попробую. Кто на кого напал? Голландия на Норвегию. А. Чё, дед, какая помощь нужна? Моральная. Что я не участвую? Моральная помощь нужна. Моральная. Поддержи. Я ж не рассчитывал, я думал, даже не помню. Вот, тут ещё и Наска у нас. Кстати, да. Торговый путь я держу для того города. Тут у нас вот пока Японец в производство. Чеченица, Мон-Сен-Мишель. Урбанизацию открыли. Ну, что-то я раньше необходимого открыл. Блин. Ну, наверное, уже место строителей давайте рационально. Еще посмотрим, сколько у меня даст науки сверху. 7. Ну, сейчас уйдет просто... Короче, нужен национализм, несомненно, и нужны уже военные лагеря мне. Сейчас уйдет у нас... Башенка осадная, я смотрю. Уйдет... Ну, так, для вида. Наука от... Гавани и коммерческих районов, и посмотрим, сколько у нас реальная наука вообще. Что мы в Токио потом будем строить? Театралку? Тут и кампус. Кстати, а что тут про кампус вообще? Ну вообще, смотрите, театралка вот здесь у нас вот тут как раз... Кампус должен быть от Токио, от Цео-тралка, Цео-тралочка вот сюда идет. Но опять же, спасибо Фудзи, который будет извергаться и все мне ломать. Блин, а вот тут кампус на плюс 5.
Так а священку тогда мы здесь, в Токио, просто поставим. Тут будет плюс 3. А вот еще такой, может быть, глупый вопрос. Подождите, когда вот у нас голосование кампус проходит в ООН, а очки политического влияния не тратятся после голосования или потом восстанавливаются? Если, если не прошло то, что ты за что-то голосовал, тогда не тратится. Тратится, если тратится. Прошло, когда ты за что-то подавал. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!